Всем привет, друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем играть Dive Like. Что ж, друзья, у нас задание найти Фатина. Да, Фатина. Ну что, мой друг, пойдем уже. Пойдем спускаться вниз. Я вижу, есть отметка. Так, у нас отметка, походу, есть. А, это к лифту. Ну хорошо, пойдем к лифту. И уже найдем Фатина. Так, у нас есть подмиссии, но их, наверное, не будем брать. Хотя можно спросить. Не будем брать. Не будем брать, пойдем вниз сразу же. Отлично, мы уже внизу. И у нас получается день. Отличная погодка, чтобы пробежаться. Да, замечательное утро. Так, можем включить так. И нам нужно вон в ту сторону. Отлично. Так, да, вижу, есть отметочка. Отметку сделали. Ну что, мой друг, побежали. Побежали уже по бегушке, он не знает, сколько времени у нас. Не будем смотреть уже. Хотя, какая разница, мы и ночью тоже бегаем. Нам по барабану, ночь, день. Ну что, мой друг, уже научились маленько паркуром и уже владеем довольно хорошо. Отлично, ну, конечно же, молотком тоже хорошо владеем. Какой-то зеленый. Так, у нас травка есть. Давай-ка соберем травку, хотя, погоди. У, забор сломали. А, давай, мой друг, быстрее бери травку и ноги отсюда. Вот еще есть травка. Так, вышли в полянку собрать травки. Ага, вижу в той стороне. Так, аккуратненько. Отлично, вот реально очень быстро прыгает, уже научился, прокачался так. От зомби чуток не долетели. Слушай, ну так забавно. Они долетели, нормально. Так забавно было бы, если долетели. Слушай, у него с оружием. Ну-ка, дай-ка оружие свое. Что у тебя за оружие? По ногам. Вот так, по ногам ее сразу же. Мы уже профессионалы в этом. Все готовы. Так, обыскать и забрать ей оружие. Так, все, давай-ка наверх. Забрали оружие, и мы идем дальше. Так, можем так между этими даже погонами. У нас безопасный дом. Так, только наверх. Да, очень высоко прыгает, кстати. Довольно хорошо. Особенно в ночные бои по бегушке, это самое интересное. Так, ребятишки, ребятишки, через вас, стоп, стоп, нам не сюда. Уже как-то увлеклись прыжками. Ага, все понятно. Ребята, 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 не трогать меня, сейчас залетим. Так, мы, походу, уже пришли. Друг мой, давай перевазь. Так, к тебе нет, к тебе. Нет, ты мне не нужен, мне нужен другой. Вижу по отметке чуть дальше. Вот, вот ты мне нужен. Привет. Are you Tolgan Fatin? Yes. How did you surmise that? Who cares how his ape brain processes information? We have a job for him. Quite right, Tolga. Remember, simple words only. Don't confuse him. We need to move some equipment across town. It's very heavy. How heavy? Too heavy for you, Simian Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge zip lines. A brilliant idea, don't you think? That was my idea. No, it wasn't. Just tell me what you need. Well, hooks, obviously. How else can we hang the equipment off the lines? You will find them at the train yard warehouses. Does he know what a warehouse is? Probably not. Look it up, but be quick about it. This project is far more important than anything your proto-human cranial cogitator is capable of understanding. And don't try to figure out what it is. Oh, heavens, no! You'd give yourself an aneurysm. Ребят, быстрее уже. Все понятно, я, короче, грузчиком буду и будем... ищите на складе. Слушайте, ну я вам кто такой, то одного искать, то другого искать. Ну пойдем, пойдем на склад. Отметку ставить уже не будем, я в принципе так вижу. Так, ну друг мой, давай-ка завась на крышу и прямо с крыши сюда. Хотя можно было просканировать, что-то интересное, наверное, тут было. Ну хорошо, в другом месте поищем. 120 метров. Ну мой друг, мы готовы сразу же. Сразу в репу. Так, все, ходу. Какой-то там замес начался. Так, включаем, давай, включим. И ходу, я вижу бегуна, кстати. Да, он уже меня увидел. Ох ты, черт, он меня уже видел. Какой агрессивный. Он испарился. Да, стоял, испарился. Вот наш склад. И нам нужно идти, товарищи. Так, ты мне пригодишься. Так, мой друг, мы тут заберемся, нет? Ну, давай бежим вокруг.
Я, кстати, вижу подмиссию. Нужно помочь чуваку добраться до определенного пункта. Как-то мы уже пробовали, но еще раз я не стану. А, кажется, вход у нас тут. Да, вот вход у нас. Так, что у нас тут с оружием получается? Ну, хорошо. Сразу же и в черепушку. Как же его красиво мы... Он еще живой. Я думал, мы тебя убьем. Так, еще живой. Хорошо, мы отдохнем. Погоди, погоди. Давай, другое оружие. И по ногам тебе. Друг мой, ты устал. Ты устал, отдохни. Все, отдохнул и давай еще раз. Какой ты агрессивный-то. В сторону его под задницу. Слушай, ну давайте в череп, ему. Ну, реально живучий. Ну, оружие у меня же хорошее оружие. Ох, то он снова мне пытается сожрать. Слушай, ну какой-то чернокожий, какой-то неагрессивный. Все-таки докатился. О, забрать можно трубу. Трубу заберем. Эй, это же трубой тебя. Нет, ну, получается, ключом били. Так, мне, походу, чуть дальше. Да, вижу по карте, чуть дальше находится территория. Так, ну вот у нас две двери. А что у нас тут есть интересного? Что-то есть. Давайте заглянем, потом уже пойдем дальше. Так, у нас тут отмычка у нас есть, но мой друг готов. Сейчас, погоди. Да где же она? С какой стороны-то? Походу мы не проверим, с какой стороны. Сейчас. Нужно успокоиться, не торопиться, все, готово. Давай-ка, открывай, что там интересного? Давай-ка, фонариком даже посмотрим. Ух, это у нас нож. Потрясающий нож. Так, берем ножик. О, тихо. О, ходу, да ну нафиг. Включили мы фонарик. Ну что? О, у нас транспорт. Да, у нас самолет. Все, уходим. Быстренько уходим, нам нужен груз. Нам нужен груз, мой друг. И вот он, идем уже. Вот, хорошее препятствие, чтобы преодолеть. Давай-ка. Да, обожаю такие. Так, давай-ка наверх. Все, мы идем вперед, бросаем все дела и идем просто к грузу. Что такое? Спокойно. Вижу груз, идем к нему. Так, красавец, помоги мне наверх. Нет. Ох ты, мы забрались наверх. Как же. Маленько в сторону, мой друг. За колесо цепанулись даже. Да, вот это был прыжок, конечно. Потрясающий. У нас есть груз. Будет груз, будет, конечно же. И тут никого нету. Давай-ка заберем. Я думаю, как-то подраться захотел. В принципе, недалеко. Мы сейчас вернемся обратно. Так, у нас... О, три аптечки прибавилось. Да, ради чего я сюда пришел? Ради аптечек. А, все, да, только три аптечки прибавилось и все. Так, все, больше ничего нет? Нет, парочка зомби и все. А, ну что, мы возвращаемся. У нас 140 метров, мы возвращаемся обратно. И давайте, наверное, подлечимся. Взяли аптечки, нужно подлечиться. Да, вот такую стенку мы просто прыгнули, обалдеть. А, ну что, давай прыгаем дальше. Зомби вылетел, и нам сюда, наверное. В черепушку, давай, по ногам. Эх, твои ноги. Он все-таки упал. Ох, какого черта. Все-таки он грохнул сам. Давай-ка в череп ему. А, можно, в принципе, его столкнуть отсюда? Иди отсюда уже. Все, ради чего мы и заходили. Ради какого-то аэрозоля. О, нет, еще есть. У нас, по идее, последняя отмычка. Ох ты, тихо. Ох, как агрессивно это. Красавица, постой. Отдохни, дай до меня отдохнуть там. Сейчас мы отдохнем, что? Иди сюда. По ногам вниз. Все, она... Да, на карте не вижу никого. Да, все в порядке. Давай-ка еще раз. Аккуратно. Последняя отмычка. В принципе, можно и сделать еще отмычка. Нет. Да, супер. Давай-ка открываем. Что у нас там? Серп. Да, у нас там серп. Как удачно сегодня мы оружие берем. Кстати, ну мы еще как-то не поменяли оружие. Сколько там зомби. Так, сканируем, ничего нету, идем дальше. Пошли за грузом, зашли куда-то еще. Ох, тут еще есть один. У нас последняя отмычка. Мы последняя отмычка откроем буквально все ящики в этом городишке. Так, мой друг, что нас ждет в этот раз? Да, пачка кофе и все. Пачка кофе тоже сойдет. Какие-то... Подымается. Иди отсюда. Мы быстренько
прошмонаем и уйдем отсюда. Так, 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 шмонаем, шмонаем. Это внизу находится. Да, это на втором этаже. Ну-ка, подвинься, красавец. Грохнулся так. Второй этаж видно. Так, давай быстрее берем детали. Ух, какая-то... Ох, там еще нормальный удар такой. Так, шмонаем, все шмонаем и быстренько, да, похаваем еще. Успели еще похавать. Стоит так, ждет нас, пока мы тут пообедаем. Друг мой, мне нужно в окошко выпрыгнуть. Нет, окошка тут нет, давай через тебя как-нибудь. Давай уж через тебя-то. Еще поднимаются. Еще реально поднимаются. Ребята, я наверх. Ух, сколько там добра. Добра там много, нам нужен коктейль Молотова. Да, друзья, нам нужен коктейль Молотова, но у меня его нету. Ну, в принципе, можно сделать. Давайте посмотрим. Навыки, чертежи. А, в принципе, есть навыки. Нет? Прокачаем. Маскировка. Ну, давайте, наверное, вот этот. Потом все прокачаем, конечно же. Эх, погоди, ручонки свои тянет. Сейчас мы сделаем коктейль Молотова и уже взорвем. У меня есть щит, взрывчатка, отмычку можно сделать и... Коктейль Молотова. Да, можно сделать. Так, отлично. И можно аптечку сделать. Ну, много чего. Можно три отмычки даже сделать. А еще, наверное, коктейль Молотова еще один. Так, ну все. И сразу же надо... Так, красавец, ты мне уже не нужна, а вот нужно вниз сбросить. Реально нужно вниз сбросить. Все, мы готовы. Готовы сбросить. Ох, какого... Такое ощущение, как будто кто-то в меня стрелял. Да, сейчас они все нас... Ух, как там жестко, жестко. Удерживаю, что починить. Давай починим. Ну давай, уже заходим вниз. Вот можно обыскать. Походу там еще кто-то живой у нас. Ух, как сколько вас тут, ребята. Уходим, все, уходим. Маленько пошумели. И мы уже вниз прыгаем, мой друг. Нормально спрыгнули, так, 13 хп. Прямо на заборчик. На такой тонкий заборчик, давайте пойдем дальше уже. У нас ждет следующие миссии. О, там у нас бегущий. Сразу, сразу ходу, ходом. Наверх. Наверх, он, кстати, за нами бежит. Да, он бежит за нами. Там баллончик был. Эх, черт. Давай сразу за угол. И встречаем его тут. Вот он, вот он, вот он. Встретили хорошенько. Так, все, мы уходим. Там их двое. Там их двое. Что ж с ними делать-то? Мы сейчас сделаем вот так. Ух ты, вот. Да, шустрый, мы шустрый. Да. О, тут еще один прыгает. Через него тоже попрыгаем. Он по жопе мне. Ну хорошо, ребята, мне придется вас убить. Пожалуйста, вам. Давай, давай. Мне нужен серп. Погоди, погоди, погоди. Мне нужен реальный серп. Где? Где у меня? Нет серпа. Мне нужно выбрать оружие. Ребята, какие-то вы реально шустрые. Сейчас выберем оружие. Так, чертежи. Так, ну, возьмем молоток, уберем и поставим серп. И можно ножик поставить. Тоже вместо трубы. Все, все, я готов вас по кусочкам. Ух, да. Вот это жестко, жестко, ребята. Походу уже без руки и все. Без рук. Да, без рук. Мы реально без рук. Ну-ка, еще один. Твоя очередь. А, с этим гораздо быстрее все. Мы просто используем маскировку. Ну-ка, включим. Ох, мы обмазались. Да, мы обмазались, мы теперь зомби. Обалдеть. Так, берем, что там есть? Сигареты. Курит. Да, вот маскировка, кстати, это новый айфон. Мы прокачались, да, еще раз обмазался. И пойдем на миссию. Так, наша миссия. Дверь не открывается. Ну-ка, откроем эту дверь. Так, стоим, да? Кстати, я видел еще в другой стороне тоже такая же сундучонка. Ух, там какой-то шум. Ребята, я свой. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут есть. Все, забрали. Ну что, я уже не зомби, я не зомби, мне можно уже идти дальше. Нет, походу, я слышу зомби. Друг мой, мы, походу, здесь не заберемся. То есть мы здесь не пройдем. Стоит. Давайте посмотрим с другой стороны, что у нас есть. Я помню, есть проход на крышу. Ага, сейчас возвращаться. Погоди, у меня задание только началось, мне возвращаться. Мне не годится. Друг мой, давай быстрее наверх. Что ж такое-то? Давай, тут заберись. Там зомби у нас, да? Да, есть проход на крышу, но это... Давай попробуем все-таки. Пытка не пытка.
мы на крыше, и вот есть... Да, вот проход есть, все замечательно, мы внутри. Мы внутри, и я вижу парочку зомби. Так, это что, сундучок? Сундучок, отлично. Ох ты, сундук! Это, блин, как же испалился, еще нашумел. Ну, в принципе, это очевидно. И мы уже внизу, нас ждут жесткие... Так, вот есть один. Вот один есть у нас. Держи. Питак. Питак тебе. Уже кверх ногами и в черепушку. Кто? Кто следующий? Включаем фонарик для хорошей видимости. Ух ты, он живой. Какой живучий. Давай еще разок. Давай вторую руку тебе отрежем. Вторую руку. Давайте ногу отрежем. Ногу отрежем. Да, когда оружие у нас хорошее, она просто потрясающе рубит. У, с кувалдой. А мы в сторону так. Давай, бей, бей. В сторону. А мы в сторону резко. Ох, он удар, и мы удар. Да, друзья, вот так нужно. Как крутанул-то его. Труба, нам труба не нужна, у нас есть ножик. И у нас есть сет. Так, следующий, он живой. Ну-ка, отрежь его голову. О, он, походу, пьяный уже какой-то. Давай-ка, по ногам. Отлично сработано, третий. Следующий. Так, ну давай-ка, так тебе. Так тебе и по ногам. Сейчас ножку тебе подрежем. А, уже какая разница, ноги, руки, все вместе. О, он еще встает. Друг мой, ты еще ручонки тянешь ко мне? Кстати, вижу четвертого и вижу еще самый такой, ну, да умрешь ты уже. Да уже ногой его. Ах, у меня уже оружие. Сколько, ребят, вас тут? Ребят, вас слишком много, мне нужен серп. Нет, мне нужен коктейль Молотова. Там их слишком много, мне нужен коктейль Молотова, ребятам. Держите. Ребята, вам не жарко? Ребята, походу, жарко. О, какие-то крики за стенкой. Да, уже, друзья, темнеет, и очень хорошо уже темнеет, и будет интересно, конечно же. Друг мой, почему ты еще живой? Сейчас умрет. Все, умер, нет. Так. Вроде какие-то дыхания, он еще встает. Да, прям в спину. Прям в спину, это, конечно же, по-жесткому. Кстати, ну зомби еще живучие. Ну хорошо, пока, чувак, пока. Мне нужно давай сюда и прям в черепушку. Ох, тихо, я в западне, у меня 20 хп. Друг мой, погоди, нифига, он ящики разбил даже. Нормально так, нормальный удар у него. Да, мне нужно больше пространства, я не могу в таком пространстве как-то с таким... Бей по ящикам. Сейчас он покажет себя, какой он крутой. Он не хочет бить. А бежим с другой стороны, руками машет. О, нормально. Давай, еще разок. На тебе. Какой неугомонный. Кстати, там зомби тоже ходил. Серп довольно хороший. Хорошо так бьешь, но недостаточно. Все, готов. Да, дубинка так стояла. А нет, все упало. Ох, он еще живой. Давайте обмажемся. Все, сейчас я буду своим. Все, спокойно. Давай заберем то, что есть. Ребята, я свой, где вы тут? Так. Ну, где-то реально был. Вот, зомби. О, точно, смотри. Он машет. Он, видимо, чувствует, но он не чувствует, где именно. Он не поймет, где. Ребята, я свой. О, ну да, это очевидно. О, можно захват сделать? Ну-ка, погоди, друг мой. Погоди, у нас есть захват какой-то. Что это за захват такой был? Он все-таки опять ударил. Аж захват альт. Да погоди, да. С какой-то... Я разобраться не могу, что можно... Да, сам виноват. О, есть дубинка. Да уже умри. Все, умри уже. Ящик сломаю. Так. Ох, бедные ручки твои. Кстати, у нас как-то стемнело. У нас реально стемнело и будет очень страшно. Умри. Последний зомби уже, и мы его... убили. Ну, друзья, давайте, наверное, все обыщем. Что у нас тут есть интересного? Так, стоять, вот. Не торопиться. 6 отмычек у нас есть, это, конечно же, найс. Ох, у нас топор, да, друзья, у нас топорик уже, это будет гуд. 9 часов, пора баинки.
Парабайнки нет, мой друг, начинается самый экшен. А у нас уже... Так, можно обмазаться, наступает ночь, да, друзья? 9 часов у нас наступает ночь, и это самый эпичный момент игры. Стой, стой, стой. Нам нужно что-то еще найти на этом складе. Так, ищите ключа на складе. А у нас бейсбольная бита. Берем. Берем, продадим, если что, денежка будет. А, что еще есть? Сейчас обыщем? Все обыщем. А вот есть труп, видимо. 6 долларов. Кстати, у нас была бочка. Бочка была, мы не воспользовались, мы решили так. Это, видимо, тоже алкоголь. Какие-то шумы реально. Реально шумы у нас. Вот есть сундук еще. А вот, видимо, наше задание. Нет, там тут. Мешочек, гвозди. Так, я не пойму, нам куда дальше. Так, вот есть что, есть еще. Забираем. А, вот все мы нашли. Да, то, что искали, мы нашли. Видимо, это было. Кстати, внутри находится довольно много вещей. Вот так можно сканировать. Вот есть еще один. Принесите. Ну, понятно, вернуться обратно, принести. Принеси то. Отнеси это. Мне напоминает это GTA. Особенно третью. Так, ребят, у нас как-то пытаются войти. Кстати, вижу, да, вот, я вижу, кстати. Вот они, прямо возле меня. Ух ты. А как же сюда попал я? Я попал через верх, значит, мне нужен наверх. Так, а дверь можно открыть? Это не дверь. Это у нас не дверь. Вот у нас, по идее, дверь. Тихо, 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 тихо. О-о-о. Слушай, слушай, они реально меня там... Сколько их там? Друзья, нам, походу, уже не сдобровать. Давайте пытаться через верх выбраться. Друг мой, нам нужно наверх, ну реально нужно наверх. Я... Мне страшно. Мне страшно, потому что некуда бежать. Мне... Так, как же забраться-то? Ну давай в прыжке. Нет, не получилось. Там, по идее, была дверь, ну-ка, попробуем все-таки в дверь. Так, нет, тут видно щель. Вот, по идее, тоже дверь. Нет. У нас там зомби стоит. Ну что ж такое? Ну хорошо, давай наверх все-таки пытаться будем забраться. Прыгаем, прыгаем, давай тут. Давай тут. Нам нужно реально вылазить. Повышение уровня, да, мы попрыгали, так уже повышение уровня. Нормально. Так, не пойму. Нет, походу мы не сюда. Вот, вот тут мы. Давай копить наверх. А, ну все, можно вот тут запрыгнуть. Нет, не хочешь прыгать. Не хочешь прыгать. Друг мой, ну давай уже прыгать. Отлично, все-таки прыгнули. Так, ну что, друзья, нам нужно быть очень аккуратным, просканируем. Я вижу зомби, и нам нужно отнести 123 метра. Кстати, мы попали сюда через крышу. А вот крыша наша, тут надежно. Можно, по идее, сюда спуститься. А что это нам даст? Дверей тут я не вижу никаких. Нет, наверное, все-таки можно спрыгнуть с другой стороны и все. Пойдем-ка, мой друг. Так, без шума, без шума. Без шума и пыли мы, конечно же, вернемся обратно. Мы уже не впервые так нам. Так, я вижу проход, уже есть проход, и мы уже двигаемся. Мы уже двигаемся вперед, мой друг. Ну что такое, ты не перепрыгнул, что ли? Включим, наверное, фонарик, потому что без фонарика очень тяжко. Если что, мы отключим, когда будем подходить к охотникам. О, какие-то страшные крики, реально, друзья. Эту игру нужно играть только ночью. Поэтому и выходит ночной страх в ночное время. Так, вот так маленько пошумим. Забавно будет. Сейчас ребята прибегут сюда. Ух, рвануто как. О-о-о, в нашу сторону, кажется, бежит, нет? Какие-то мне звуки не нравятся. Страшно, реально страшно. Он прям передо мной должен быть. Так, прыгну. Ой, тихо, тихо, тихо. Я хотел прыгнуться, видимо, не ту кнопку. Кинем коктейль молотова и уходим сюда. Ребята, ребята. Так, я иду все верно. Я иду верно. Мне помогут парочку зомби это. Так, давай вниз. Вот, можем включить. Давай, делать. Какие агрессивные зомби у нас. Мне нужно хп. О-о-о-о-о-о. Быстрее, быстрее, быстрее. Включаем, включай, Вин. Включай и уходим. 120 хп, все у нас good. И кажется, не в ту сторону бегу. Маленько зомби меня выбили. Так, 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 я вижу парочку зомби на карте.
Нужно смотреть на карту. Вот, я уже практически пришел. Друзья, я уже пришел. Ух, как же напугал, ты иди нафиг. Так, где ваша крыша, друзья? Где ваш проход? Он находится с другой стороны. Я вокруг оббежал, я помню, где проход был. А у нас тут зомби. Да, друзья, у нас тут зомби-охотники и бегущий. Он меня практически заметил. Я даже не знаю, что же делать. Безопасная зона есть. У нас груз есть? Да, друзья, у нас есть груз, и вот мы идем к грузу. У нас миссия же. Какой груз? Ах, мы идем к грузу уже ночью. Так, давай-ка, мой друг. Хорошо, прыгнул так. Да, груз уже на карте обозначен, и мы идем к нему. Чем фонарик? Фонарик есть, и есть у нас цель. Быстрее. Но я не вижу, чтобы у нас были. Зомби у нас нет поблизости, но карта у нас открыта полностью. И давай наверх. А наверх еще выше. О, отлично. Кстати, он где-то... А, это была сигнашка. Так, мы идем прямо на зомби. Тихо. Так, между ними пройдем. Ага, между ними прошли. И вот наш груз, дорогие друзья, мы уже дошли. Все, запыхался. О, тут два зомби у нас, прям по курсу два зомби. Нужны пикарды. Так, нужно обойти. Сейчас мы возьмем, наверное, поменяем. Вот, взрыв пакеты. Взрыв пакет и бросаем в эту сторону. Мы уже профи, конечно же. Куда он идет? Он прям идет ко мне. Что ж такое-то? Ну, другой прям возле груза находится. Так, у нас, походу, дождь. У нас дождь, друзья, и очень стемнело. Давайте включим свет. А то как-то... О, у нас молнии. Ну, это будет, конечно... О, один зомби остался. Давай-ка, бросай еще разок. Друг мой, ну давай, повернись ты свою... Вот, отлично, он повернулся, и мы идем. Свет. Нифига не видно. Нереально. Нет, он повернулся, и нужно быстро, в темпе. Открывай, мой друг, скорее. Он идет ко мне. Забираем. Я не вижу, что забирать. Ну, я что-то забрал. Походу, все забрал. Нет, друзья, мы уходим. Мы уже уходим обратно, потому что слишком... Как-то неудачно попал груз. Давай, мой друг, наверх. Отлично, давай. Вот молнии какие-то. Ну, кстати, я не припомню, чтобы ночью был дождь. Это еще первый раз у нас такое. О, полянка. Полянка травки. Тут зомби нет, можно потянуть время маленько. Так, еще травку. Тихо, я слышу, как... Он прямо на нас смотрит. Нет, он обойдем его. Мне кажется, уже светлеет. Так, то спустимся. Отнесем ребятам уже... Ну, все нормально, это просто музыка. Слишком много охотников развелось. Давай-ка наверх. И мы уже практически на месте. Можем попрыгать. И нам нужно наверх. Кстати, у нас там есть парочку зомби. Пару охотников. Так, мой друг, погоди. Как-то темно, и я не вижу, куда именно прыгать. Он прям тут находится. За углом. Как же обойти? Давайте, наверное, с другой стороны попробуем обойти. Тут везде идти. Так, вот, есть проход. Есть проход, а вот наш красный зомби. Какого? А почему он красный? А, видимо, уже светает, и уже все убегает. Нет, погоди, еще же не утро. Ну, он реально убежал. Он нас убежал, испугался. Кстати, вот я не вижу, все. Все, давай-ка наверх. Ох, мои друзья, наконец-то я добрался к вам. Как же я рад вас видеть. Так, все. Are we done? You're done. We have work to do. And when we're finished, we'll leave some zip lines up for you. Yes, we know how you primates like to swing from the vines. Они пошли работать, а мы пойдем дальше. Ох, работники. Так, ну сколько времени? У нас кузнец есть. Привет, друг мой. А у нас есть встретись Джейн в вагоне. Ну, я думаю, это задание будет слишком долгое. Друг мой, тебе нужна помощь? Hey, you been looking for a runner?
Well, we're looking for one who will say yes instead of no. Jafar can fill you in. Так, нужна помощь? Нет, нет, видимо, не нужна. Ну, давайте посмотрим по карте, сделать какое-то задание. Нужно еще встретить Джейн. Это основное задание. Нам нужна безопасная зона. Так, есть какое-то задание такое. Простенькое. Ну, в принципе, можно вот защищать. Да, груз. Либо есть еще Алексей. Ну, пойдемте к Джейн тогда. Хорошо, пойдемте, Джейн, доберемся и закончим серию. У нас, по идее, уже утро, нет еще, не утро. Так, давай-ка мы вдруг спускаемся, и нам он в ту сторону как раз. Да, охотник еще сходит, значит, еще у нас ночь продолжается. Вот охотник. Вот он какой. Мы прям как в Африке. Так, спокойно. Это белый тигр. Белый тигр. Вот, спокойно, спокойно. Друзья, мы сейчас просто рванем, наверное, вперед и уже... Так, он идет к нам, он идет к нам. Как он рычит. Ух, мы подошли очень близко к нему, очень близко подошли. Ходу, 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 мой друг. Уже рассвет, по идее, уже рассвет. Ну, давай. Стойте, стойте, все, все. Все, теперь я буду охотником. Ну-ка, стоям, бов. Теперь я охотник, иди сюда. Иди, мой сюда, красавец, куда убежал? А вон он мелькнул, но он далеко уже убежал. Тихо, ручонки свои тянет уже. Друзья, прошла ночь, и, конечно, мы получили опыт двойной. Красавица, не на тебя мы идем, Джейн. Кстати, вижу на карте, вот на карте, прям по курсу. Вот он, вот он, вот он, идем к нему, идем. Он, отдыхай, отдыхай, мой друг. Отдыхай, и все, вдогонку. Прям как Джейн, и прям к нашему, какой он паркурщик хороший-то. Ну, вот так, между вагонами, и уже... Кто-то там кричал. Стой, стой, красавец. Какой ты красненький. Стоять. Стой. О, повернулся в нашу сторону, что ли? Да, видно, на карте что повернулся. Хорошо, беги уже своей дорогой. Кстати, там что-то кто-то говорил. Вернемся. Ремонт у нас есть еще. Так, кто у нас что-то говорил? Нет, показалось. Уже убежали. Так, сканируем, что у нас есть. Ох, татуэтка есть. Давай-ка все обшмонаем. Свет уже не нужен. И идем к Джейн, дорогие друзья. Джейд. Джейд у нас. Нас ждет. Зомби просыпается. С добрым утром вас. Когда ж мы отдыхать-то будем? И ночь, и день бегаем без оглядки. Так, ну я практически пришел уже. Вот у нас отметочка есть. Так, а, нам нужно связаться. Ну, давайте свяжемся. Давайте свяжемся. Так, ну что, ах, видимо, это не связаться. Открыть дверь, что ли? Ну, что такое? Откройте дверь. О, тихо, тихо. Эй, come here. You should see this. Something is going on at the school. Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If its answer's in, we need it. Это будет интересное задание. Что такое? Положила меня? Where'd she go?
Я, кажется, подумал о том же, то, что на ты, мой друг. Кстати, у тебя хорошая одежонка. Ее снимать, видимо, нельзя. Найдите вход в школу. How many bandits are inside? Ну, что-то мы найдем. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Так, ну хорошо, найдем вход уже. Так, ну это большое здание, как я понимаю. Давай-ка заберемся, посмотрим, что там. Так, все спокойно, тут никого не вижу. Так, это у нас зомби. Смотрит в окошко. Ох, ох, как тут неожиданно это было там. Тихо, ребята, тут у нас нужен по-тихому. Я как понял, у нас тут, по идее, вооруженные бандиты. Так, давай-ка заберем. Отмычка. Так, вход есть. Что, мой друг, не получается? Снова тупик. I just hope we can find another way out if we have to. Head for the outbuilding on the roof. Так, мне походу нужно на крышу. Пойдем на крышу. Кстати, тут парочку. Давай заберем. Второй. Нам нужно на крышу, мой друг. Сейчас найдем на крышу проход. Только у нас зомби сверху. Зомби сверху, а вот, кажется, есть... Нет, погодите. Нужно обыскать. Нужно обыскать все мусорные бачки. И так, нужно сюда. Давай-ка сюда, попробуем так забраться. Нет, мы так не заберемся. Давай-ка вот так попробуем уже. Тут явно заберемся. Так, спокойно. Не торопись. И быстренько, у нас парочку зомби, которые уже ползают. О-о-о-о. Походу у нас тут слишком много зомби, дорогие друзья. Сейчас мы со всеми разберемся. Так. Ох, он взорвется, что ли? Ох, рванул-то как. Мы снова возле школы. Теперь нужно будет аккуратнее, мой друг. Реально нужно будет аккуратнее и сразу приготовить коктейль Молотова. Там слишком много зомби, их нужно реально подпалить. Друг мой, ну что такое-то? Давай еще разок. Прыгнуть не смог. А, тут нужно на светильник и наверх. О, тихо. Давай сразу наверх. И нужно сразу верхнего мочить. Так, давай, быстрей. Это вот сам агрессивный. Куда мы, кого стукнули-то? Так, ходу сразу же. Да, слушай, ну взрывается, кстати, он хорошенько так. Так, а ты, мой друг, будешь взрываться? Да, он сейчас взорвется. Я маленько не понимаю, кто взрывается, а кто вот, вот эти самые опасные вот эти зомби у нас. Наверх. Вот наши агрессоры. По ногам. Давай, по ногам. Отлично. Нет, поджигаем. Держим. Сейчас они сгорят. Так, маленько в сторону. Все, они уже горят. Нет, их нужно добить уже. Как мы по-жесткому там какие-то шумы. Так, нужно починка, сейчас все обыщем, возьмем, наверное, камуфляж, конечно же. Берем камуфляж, обмажемся. Так, мы обмазались, нет? Нет, походу, не обмазались. Ух, дурь. Вонища какая. Ну. И уже убьем всех зомби. Кстати, у нас умеет как-то еще... Ну-ка, подойдем поближе. Друг мой, иди вниз. Иди вниз уже, отдыхай. Ух, серп реально очень хорош, когда у нас так можно обмазаться. Обмажемся, конечно же. Все, я свой. Ну-ка. Вроде был альт. А, коктейль Молотова не то. А, как уже убивать тебя будем. Все, у нас готов. И прям через огонь. О-о-о-о-о. Он горит, нормально, пускай горит. У всех убьем, кстати, у нас бегущий есть. Какой ты быстрый. Прыгает наверх. Друг мой, отдохни, и мы сейчас вот так в полете. Нет, смотри, агрессор. Отдохни. На, держи. Скачет. И можно так даже в полете. Так, нормально.
Чужой, чужой. Нет, уже мертв. Уже мертвый, и все сгорело. Что такое? А, этот ползает. Нет, кто меня трогает? На. Готово. Руки, ноги, голова. Так, все подберем. И нам нужно, по идее, уже внутрь. Всех убили, опыт набрали, дорогие друзья. И на этом мы закончим сейчас серию. И уже продолжим прям внутри школы. Посмотрим, что нас там будет ожидать. Сейчас мы заберемся, наверное... Вот еще парочку зомби есть. Да, мы еще парочку зомби, конечно же. Да, обалденный серп, конечно же. Ух, опять мы... О-о-о-о, как мы успели-то. Реакция у нас просто 200% прокачана. А, слушай, а можно с головой? Да, можно в футбол с ней поиграть. Не очень, конечно, активно, но можно. Что-то подобрал. Видимо, какое-то оружие. Так, давай-ка наверх, мой друг. У нас есть парочку зомби, которых мы не обыскали. Они уже испарились. У них же денежка была. Хорошо. Ну что ж, друзья. Это был зомби-апокалипсис. С вами был Спикер. Мы увидимся в следующей серии. Всем спасибо и пока.